Кровь доставляет в ткани и клетки организма кислород, питательные вещества и гормоны. Поэтому она должна быть чистой и свободной от токсинов. Только в таком случае будет обеспечено правильное функционирование организма. За очищение крови ответственны почки и печень. Кроме того, очистить кровь помогут простые домашние средства. Первое. Лимонный сок. Лимонный сок способствует очищению крови и пищеварительного тракта. Лимонный сок имеет кислую природу, может изменить ваш уровень pH, что полезно для удаления токсинов из крови. Многие вирусы и другие патогенные микроорганизмы не способны выжить в щелочной среде. Пейте свежий лимонный сок каждое утро натощак. В результате из вашего организма будут удалены все вредные вещества. Выжмите сок поллимона в стакан теплой воды и выпейте это средство перед завтраком. Второе. Яблочный уксус и пищевая сода. Эта комбинация помогает сбалансировать уровень pH организма, что способствует очищению крови и всех тканей организма. Эта смесь выводит мочевую кислоту из крови и очищает ее. Положите 2 столовые ложки яблочного уксуса и 0,5 столовой ложки пищевой соды в пустой стакан. Затем добавьте в него воды и выпейте. Это средство не должны применять люди с высоким давлением крови. Третье. Базилик. Базилик обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Это лекарственное растение очищает и выводит токсины из крови, печени и почек. Раздавите 5-6 листьев базилика и добавьте их в свою еду. Вы также можете приготовить травяной чай, заварив 6-8 листьев в чашке с горячей водой. Четвертое. Куркума. Куркума – это мощная специя и отличный целитель. Специя очищает нашу кровь и ускоряет процессы заживления. Соединение, содержащееся в куркуме, куркумин, борется с воспалением в организме. Куркума также помогает создавать эритроциты. Древняя индийская медицина аюрведа хорошо изучила лечебные свойства куркумы. Смешайте 0,5 чайной ложки порошка куркумы в чашке теплого молока и выпейте его. Этот напиток помогает печени работать в оптимальном режиме. Пятое. Вода. Вода является природным очищающим средством. Чем больше воды вы пьете, тем чище будет ваша кровь. Вода выводит токсины из организма и помогает органам нормально функционировать. Это способствует потоку минералов и витаминов, а также удаляет токсины. Шестое. Другие продукты. Помимо вышеупомянутых домашних средств, есть и другие продукты, которые очищают вашу кровь и приносят здоровье. Черника является лучшим природным очистителем крови. Она также препятствует росту раковых клеток печени. Брокколи содержит витамин С, омега-3 жирные кислоты, кальций, калий, фосфор и марганец. Также выводит токсины из крови. Свекла содержит антиоксидант бетанин, благодаря которому очищается наша кровь. Если видео вам понравилось, поставьте лайк и поделитесь им со своими друзьями. Активно подписывайтесь на канал «Домашний лекарь».